Первые маршруты по Якутии в рамках Восточного кольца могут запустить уже в следующем году. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Екатерина Кормилицына. Восточное кольцо России – перспективный проект, призванный повысить туристическую привлекательность Дальнего Востока и Байкальского края. Он объединяет уникальный туристический и природный потенциал регионов. В Восточное кольцо вошли 12 субъектов страны, в том числе и Якутия. Напомним, соглашение о реализации межрегионального проекта было подписано на втором Восточном экономическом форуме. Проект, он уже сейчас, в настоящее время, реализуется. И допустим, в рамках Восточного кольца там отдельные проекты посещаются, которые туристы из Республики Саха и Якутия. Наверное, Ленские столбы. Да, например, Ленские столбы. Это одна из точек этого Восточного кольца.